привет, друзья! И буквально два дня назад я выпустил реакцию на новый клип Марьяны Ро в Жух 2.0. И в начале этого видео хочу сказать огромное спасибо всем тем людям, которые поставили лайк под этим видео, которые написали комментарии. Господи, вы святые люди. Люди, которые ставят лайки под каждым моим видео, вы попадаете в рай без очереди. Это доказано. Я обещал, и я сделаю это. Сегодня будет подробный разбор нового клипа Марьяны Ро в Жух 2.0. Кто тут главный обзорщик клипов? Это я. Друг или подруга, если ты впервые на моем канале, то подпишись, потому что здесь видео выходит каждый день. Именно тебя нам не хватает. Подписывайся. Почти каждый второй человек спрашивает, почему в этом клипе внизу написано «Марьяна Ро» со звездочкой. Друзья, дело в том, что в клипе есть английские названия. Например, здесь есть вверху клипа надпись «Марьяна Ро». И по закону или по каким-то правилам эти надписи, они должны переводиться. Вы можете это сами встретить во многих рекламах по телевизору, например. И каждый раз, когда в клипе используются английские названия, внизу будет перевод. Все очень просто. Как оказалось, не всегда используется просто перевод. Ну вот, например, здесь написано 5 часов 30 PM. Что означает PM? Это американский стиль написания времени, и PM означает после полудня. AM это до полудня, то есть все очень легко. Те, кто изучает английский в школе, должны знать. Ручки, ножки, бикини, вжух. Ручки, ножки, бикини, вжух. Знаете, что мне здесь понравилось? Это безупречная татуировка на руке Марьяны. До этого я ее не видел. Может, кто-то видели, например, в Инстаграме, я не видел. Все будет гладко. Жух, я с ног до головы такая сладкая. Жух, вид мой хит. Вид... Господи, это самые безупречные ноги, сказали многие блогеры, смотря это видео. Такая сладкая. Жух, вид мой хит. Вид все мой будет хит. Гладко. Жух, я с ног до головы такая сладкая. И если вы не заметили, то это синий кактус. Да, это синий кактус, чё в этом такого? Я с ног до головы такая сладкая, сладкая, сладкая. До свидания, остается полчаса. Меня это не пугает, я уже готова вся. Выхожу на стиле, тонный взгляд через очки. Как легко мне быть красивой, ну-ка вид мой зацени. Да-да-да-да, я не скрою, мама. Здесь я просто офигел, когда я смотрел первый раз, я не заметил. Но, ребята, прислушайтесь к словам Марьяны. Не встречаюсь со скромными я. Не встречается Марьяна со скромными. Если вы помните то самое интервью с канала The Люди, то Марьяна сказала, что Ивангай был замкнутым человеком. Ивангай был скромным вне Ютуба. Марьяна сказала, что не встречается со скромными. Возможно, Марьяна была лицемеркой. Не задавай мне вопросов, ведь все легко и просто достаю я полоски. Вот это да! Вот это да! В большинстве своем клип выполнил в таких розовых тонах. Чехол розовый, часы розовые. Все, что здесь вы видите, все розовое. Очень стильно. Все будет гладко. Жух, я с ног до головы такая сладкая. А здесь мы видим отличное сочетание платья и кед. Многие подписчики моего канала сказали, что в Жух 2.0 намного лучше, чем в Жух 1. Я повторюсь еще раз, что в Жух 2.0 в плане музыки получился не очень. Почему? Потому что в Жух 1 был, ну, просто на высоте, как по мне. Я сейчас оцениваю рекламу, да, я сейчас оцениваю рекламу. В плане рекламы в Жух 1.0 был лучше, чем 2.0. Ручки, ножки, бикини, все будет гладко. Жух, я с ног до головы такая сладкая, сладкая, сладкая. Если не ошибаюсь, здесь у Марьяны либо много автотюна, либо Марьяна поет таким сладким голосом, типа хочет нас заманить, но нет. Зацени мой вид. Зацени мой вид. Господи, вот этот наряд, он самый лучший. Я вот Марьяну запомнил в такой шапочке. Она еще фоткалась летом, по-моему, да? Куда-то она ездила, по-моему, с фейсом. Быстро, просто, эффективно. В твою честь слагают гимны. Вижу, знаю, хочешь, прикоснись. И здесь такая
такая двойная шутка. Кстати, не забудь паспорт, мы ужинаем в Париже. Не забудь паспорт, что это означает? Расскажу для тех, кто не понял, типа, новый парень Марьяны не верит то, что Марьяне есть 18 лет. Кстати, кто не заметил, то с начала клипа было 5:30, сейчас мы видим 6 часов PM. Почему я не снимаю видосы? Потому что вот этот вот котяра мне мешает снимать видосы. Кошка идет. То есть я могу спокойно предположить, что Марьяна собирается около получаса. Окей. Активно в твою честь лагают гимны, вижу, знаю, хочешь, прикоснись. Я с идеально гладкой кожей, мой совет, попробуй тоже, как и я, в полоске вид влюбись. Как будто все это время Марьяна пользовалась только одними полосками вид. Окей, возможно, это и есть так, но... Неплохой пиар-ход. Совет попробуй тоже, как и я, в полоски вид влюбись. Все будет гладко. Я с ног до головы такая сладкая. Ручки, ножки, бикини. Все будет гладко. Я с ног до головы такая сладкая. И здесь мы видим непонятного парня, который сидит вместе с Марьяной на фоне Эйфелевой башни. Точно фотошоп, потому что ноги не могут быть такими гладкими. О, тут, кстати, написано небольшие факты. Процент удаления волос 93%. То есть ноги не будут максимально гладкими. Это не 100%. То есть 7% волос у вас останется на ногах. А, Рома, это умный, Рома прочитал. Рома это прочитал. Наконец-то прошел этот клип, ребят. Это был полный разбор клипа. Больше в этом клипе ничего нет. Каких-то крутых отсылок, кроме фейса, я не нашел. Если вы нашли какие-то другие пасхалки, то обязательно пишите в комментариях. Обязательно прочитаю, потому что это очень важно. Клип Марьяны Ро, это очень важно. Друзья, огромное спасибо за просмотр. Если тебе понравилось, ставь лайк и пиши комментарий, что ты об этом думаешь. Также, если ты впервые на моем канале, обязательно подпишись на мой канал, потому что твоя подписка спасает мир. И это доказано. Скоро выходит новый музыкальный клип Милены Чижовой. Также скоро выходит песня на японском от Марьяны Ро. Увидимся с тобой в следующем видео. Пока.